Так, друзья, ребята, девчата, всем привет. Короче, все, находок, блин, гора просто находок, поэтому сейчас давайте по-быстрому начнем обзоры делать. Вот так вот мы поднимаем и понеслась. Значит, что у нас есть? Вот такая есть вещь. Вот, кстати, лампочка горит, а сам прибор не работает, но, возможно, разряжен. Это вот такой вот, короче, шуруповерчик. Шуруповертик. Так. PlayStation 4 джойстик. Вот этой вот штуки кнопки не хватает. Это Костику оставлю на запчасти. Дальше идем. У нас есть вот такой чемоданчик. Здесь в основном здесь детские сказки. Вот, допустим, там Бенджамин Блюмхен, Биби Блёс какой-то Сберг. Ну, короче, детские сказки. И мне вот человек, который там у нас на этих флюмартах, на барахолках, он говорит, их покупают. Поэтому оставил. Вот, это, кстати, не все. Здесь вот еще целый ряд вот таких вот кассет. Вот, допустим, вот еще кассетки. Это все именно сказки детские. Ну, детские там сказки, рассказы всякие и так далее. То есть, какие-то там озвучка с мультфильмов и так далее, и так далее. Вот, это все мы оставляем тоже. Здесь есть у нас хорошие кассеты. Ну, как бы, как, нет, здесь не то, что хорошие кассеты. Здесь есть кассеты. Меня человек тоже попросил оставлять такие. Это у нас кассеты студийные записи. Вот, но они с оригинальной записью, там, короче, всяких концертов, допустим, и так далее. Ну, вот, я не смог сейчас открыть. Давайте вот эту возьмем, посмотрим. Вот, допустим, вот. Wonderful What. Вот. Здесь что-то, короче, какая-то музыка со студийной записи. А вот это вот ряд, вот здесь уже кассеты, короче, все фирменные. Вот, допустим, Sony, UXS. Вот. Chrome второй, короче, категории, как там называется. Вот. Тип. Тип второй, короче, Chrome, Position, USX 90 Bass. Ну, в общем, тоже меня человек попросил, короче, ему оставлять. Ну, в общем, есть на кассеты всегда спрос. Причем, чем дальше, тем лучше. Вот, ладно. Продолжаем. У нас вот такая есть колоночка. Кстати, не знаю, работает она или нет. Когда на зарядке была, она включалась. Вот. А вот сейчас вот без зарядки, не знаю, включится, не включится. Ну, давай, сейчас мы ее вот так подключим, посмотрим. В дальнейшем посмотрим, будет заряжаться или нет. Вот, идем дальше. У нас есть радио вот такое, AM, FM. Вот, кстати, слышите, оно бум-бум делает. Может быть, даже и... Да, вот лампочка светится. Ну, какой-то звук издает странный. Ладно, давайте ее выключим потом. Вот, вот такое есть радио. Кстати, тоже включал уже. В розетку включал. Ой, не то включил. К этому мы еще вернемся. К тому, что я сейчас включил. А это вот радио. Вот он. Ну вот. В принципе, рабочее все. У меня человек кое-что купил, кое-что заказал. Я ему пообещал радио. И вот это радио уходит к нему. Вот, причем бесплатно, он мне за него ничего не платил, я ему это как бонус, короче. Вот, у нас еще есть одно радио тоже здесь. Здесь у нас вот такое вот, Welcome to Digital Radio. Вот, ну здесь не только радио, по-моему, здесь какие-то есть еще функции другие. Кстати, есть вот на батарейках может работать. Кстати, батарейки надо выкинуть оттуда. Ну, вот диджиталь, давайте вот так включим. Короче, на волну поймать, и все пойдет нормально. Ладно, окей. Вот. Здесь у нас по проводам. Вот эти провода я взял специально. Я нашел себе в машину один инвертор. Такой получше, чем у меня был. Помощнее. Вот, но к нему нужно провода. Я вот это сначала взял, но это, в принципе, для
телефона, там для зарядки телефона, это говно можно сразу выкинуть, в принципе. Вот. А вот этот вот я взял. Вот этот более-менее хороший. У него серьезные, уже видите, провода вот здесь вот такие. Вот. Это как раз для инвертора я сделаю. Инвертор подключу в машине. У меня там будет, короче, 220 вольт и почти 500 ватт. Вот, то есть, ну, довольно-таки неплохой инвертор. Вот. Машине такой всегда пригодится. Так, дальше идем. Вот еще одно у нас радио. Еще одно вот такое. Но это даже не радио. Тут написано, короче, Bluetooth, Boombox, Wi-Fi и так далее. А вот. Давайте вот так мы включим. Тоже он как бы включается, да? А вот. Ну, сейчас тут 4,7. Здесь, конечно, соединение с волной плохое, но он рабочий. Короче, мы его тоже оставляем. Вот. Я думаю, что на барахолке такой уйдет. Поэтому зачетненько. Сейчас будем сразу убирать немножко в сторону все. Вот. Скоро ж барахолка, ребята, надо готовиться. Взял вот такие вот, нашел вот такую вещь и еще один, как это, молочник, не молочник, но как бы мне показалось, что похож на серебряный, но потом, короче, оказалось, что нет, он не серебряный. Ну, короче, херня. Выкину нафиг, потому как он, типа, я якобы как вроде и красивый, но ничего из себя не представляет совершенно. Вот эта вот находка лучше намного. Смотрите, очередную вот такую маленькую удочку нашел. Вот. Ну, скажем так, насколько она маленькая, сейчас я ее разберу. Разберу и я вам скажу, по, судя по моему росту, она где-то 1,80 м. Вот. Ну, то есть она и небольшая. Ну и не особо маленькая. 1,80 м вот такая вот удочка. Хорошо. Тоже зачетненько. Продолжаем. Так, у нас что здесь на столе? На столе вроде все мы разобрали. Вот такой я взял один удлинитель себе. Потому как у меня один из удлинителей, скажем так, пришел в негодность. Вот эта вот кнопка у него перестала работать. А вот здесь вот, видите, работает, все включается. Поэтому, да, оставляю себе. Хорошая находка. Так, убираем. Идем дальше. У нас есть немножко по электроинструменту. Вот такой есть аппарат Лобзик от фирмы Майстеркрафт. Майстеркрафт. Вот такой рабочий. Мне, кстати, как я уже говорил, на барахолке человек сказал, инструмент буду забирать любой и в любом состоянии. Вот. Ну, все, конечно, зависит от его модели и от его, скажем так, модернизации. Как это? Новый, не новый, современный, не современный. Ну, в общем, говорит, буду забирать, буду смотреть. Вот еще один есть, вот Black & Decker, короче. Вот. Ну, очень, очень, конечно, так это громко работает. Но, тем не менее, я ему, естественно, оставлю. Вот. Такие аппараты, вот такие вот вещи я ему продаю, короче, по 5 евро. Идем дальше и смотрим. Так, это у нас уже, скажем так, не по теме здесь лежит. Уберем. А по теме у нас вот есть вот такой аппаратик. Это у нас винтажик. Philips Tandem. Вот такой двухкассетник. Вот. Я его уже пообещал, короче, доктору Тейпу. Но он, конечно, в таком состоянии, знаете, специально для доктора Тейпа. Потому что его нужно мыть, чистить, антенну поменять. И да, он еще порадует кого-то. Обязательно кого-то еще порадует. Вот. Есть у нас вот такой вот Kenwood усилитель. Ну, не усилитель, а ресивер. Я его еще не включал, не знаю. Сейчас при вас включу. Посмотрим, включается ли. Ну, как бы да.
как бы включается. Ну, я думаю, что даже и работать будет. Пока мы его тоже не будем особо проверять, потому что некогда. Вот. Маленькая вот такая колоночка есть, якобы от Beats фирмы, да, но не факт, что она от Beats. Вот, кстати, тоже еще нужно зарядить. Ну, так, может, там за 2 евро на барахолке кто-то заберет. Вот, раз уже взял, значит, пусть будет. Нашел, ребятки, вот такой вот наборчик. Да, правильно его будет вот так открыть. Вот такой кейсик. Тоже не знал, что такое. Взял его. Вот. Ну, уже потом дома открыл. А здесь у нас вот такой набор для гриля. То есть, он, вот смотрите, еще вот в этих вот многие приборы вот в такой пленке, да, то есть его пользовали, может быть, а может быть даже и, ну, скорее всего, пользовали, но не все. Вот, значит, тоже на барахолку заберу. Мне такой не нужен. У меня, в принципе, есть для гриля набор. Там особо много-то и не надо. Щипцы, да, вилка и все. Больше для гриля ничего не нужно. Так, идем дальше. Что у нас дальше? Чтобы ничего не забыть. Вот такие взял две батареи. Две батареи от велосипеда. Giant Li-Long Battery. Короче, это батареи от велосипеда всегда продаются. Вот видите, сейчас вот здесь вот показывает, что у него почти полная зарядка. И второй у нас тоже вот он. И второй у нас показывает полную зарядку. Совершенно полную. Full. То есть, я так понимаю, что, ну, у людей велосипед сломался, а батареи остались. Батареи привезли, выкинули, а я их забрал. Вот и все. Батареи продаются очень даже неплохо. Поэтому тоже, скажем так, зачетненько. Переходим к следующим процедурам. Вот, кстати, это еще поднос такой. Это вот принадлежит к тем чайникам, кофейникам, которые я показывал. Но они беспонтовые. Так, что у нас дальше? Дальше у нас есть Sony Zound. Как это? Sony, короче, этот TV Zound. Телевизионный. Как-то звук к телевизору, короче. Вот, блин. Так, провод у нас какой-то побывавший в ремонте. В смысле, не в ремонте провода самого, а в ремонте квартиры. Ну, вот, мы сейчас включим и посмотрим, что работает, не работает. Вот, включается. Две белые лампочки горят. Bluetooth светится, да? Ну, а, вот, да, работает. Здесь тач, и вот он включается. Bluetooth. Вот он замигал. Ну да, должен работать, поэтому проверим. Он довольно-таки такой увесистый. У него есть вот здесь вот бас динамик и есть динамики фронтальные. То есть я считаю, что в принципе звук он должен неплохой выдавать. Ну, естественно, посмотрим. Потом проверим. Это тоже все на барахолку. Мне такое не надо, потому что у меня все это уже как бы налажено дома. Весь звук там, все такое. Все это у меня уже есть. Давайте сейчас немножко вот так вот. Сейчас будет такой аппарат, ребят, вы офигеете. Ну, как бы не все офигеют, но многие, кто немножко знаком с винтажной техникой, офигеет точно. Смотрите, у нас есть вот так. Блин, не получилось. Зацепилось. Вот такое чудо. Вы знаете, когда я его увидел, я сначала подумал, это же три топора. Увидел вот эти две кассеты и думаю, это же три топора. Короче, все, быстрее его, короче, это самое. Быстрее в люлю, быстрее домой. Нифига не три топора. Это у нас аппаратик, который называется TEC. Или TEC.
Ну, так 866RR. Короче, да, окей. Тем не менее, аппарат рабочий. Сейчас вот он это, короче, ловит от мобильника всякую хрень. Ну вот, слышите, радио работает. Вот, кассеты две. Это вот, ну, такая подобие на Sharp три топора. Подобие или похоже, ну как это, копия, не знаю. Вот. Но тем не менее неплохое. У нас такие продаются по 60 евро. За них дают. Ну, вот за такое вот дадут 60 евро. Ну, тоже неплохо, в принципе. Вот. Ну, конечно же, от Sharp три топора отличается, потому что за Sharp даже в неисправном состоянии вы получите, блин, легко, блин, 800 евро. Вот. Ну, ладно. Не в сегодняшнем нашем случае. Что у нас есть еще для барахолки? Есть вот такой вот автомобильный усилок. Вот. Крунч какой-то. Крунч. 400 ватт. Их тоже забирают, поэтому находка хорошая. И у нас есть, так, вот эта вот задняя крышка от ноутбуков. Ноутбук у нас вот такой есть. Задней крышки, кстати, у него нет почему-то. Ну, то есть я ее не обнаружу. Здесь у нас стоит Intel Core i7. Вот, в принципе, он неплохой. Ну, как это, в хорошем состоянии. Это что было? Кто это сейчас пипикал? Ладно. Вот. Единственное, да, вот не хватает крышки. Вот, а стоит у него, смотрю, 8. Ух ты, нифига у него сколько оперативки тут стоит. 4, 8 и вот здесь еще, наверное, 4, да? То есть у него 16 гигов оперативки. Смотрите, у него 2 слота, 2 по 2. А вот, сюда надо жесткий диск. Ну и даже 2 жестких диска можно сюда вставлять. Ну и, естественно, карту. Ой, не карту, а эту крышку. Да, оставляем хороший, в принципе, ноутбук, если его привести в порядок. Крышечку на него организовать, и будет неплохо. Так, хорошо. Вот, есть у нас Lenovo вот такой. Lenovo. Давайте мы его сейчас откроем. Вот так, Lenovo. А, здесь, кстати, тоже Intel Core 7. Это, в принципе, такой же, как и тот ноутбук, как тот, который мы сейчас смотрели. Но здесь у нас немножко проблема есть. Здесь у нас, вот видите, шарниры. Вот здесь шарниры. Они обломаны там внутри. Вот под крышкой видно, что когда открываешь, она просто берет и открывает всю крышку. Вот, шарниры нужно лечить. А так, в принципе, вот, ну, конечно, отсутствует тут жесткий диск и оперативная плата. Но, тем не менее, сам ноутбук, скажем так, неплохой. А седьмой. Еще один есть. Сейчас мы, кстати, сделаем один ход конем. Потому что мне что-то не нравится его внешний вид. Мы сейчас его вот так вот немножечко попробуем отмыть. О, видите? Отмывается. Ну, не все, конечно, но, по крайней мере, чуть-чуть свежее он выглядит. Кстати, здесь на него тоже наклеивали какие-то хреновые глаза. Здесь вот эта наклейка. Вот. Но все это реально, конечно, да. Вот смотрите, я пытаюсь вот так вот. Раз, оно отходит. Все отмывается. Windows 8 у него заявлен. Вот, давайте посмотрим, что внутри. Так, Intel Insight. Sonic Master, короче. Ну, вот такой вот Asus. Это нетбук. Нетбук немножко посовременнее уже, чем как я раньше находил, там всякие с Intel Atom. Вот, чуть-чуть посовременнее. Но, в принципе, тоже можно на барахолку взять, и там его заберут. Так мы и сделаем. Убираем его выше. Так, еще у нас есть. Есть у нас вот такой Lenovo ThinkPad. И открываем, смотрим. Ничего не могу сказать, что у него внутри. Это
камера заклеена. Вот, смотрите, значит, модель Т440. Насколько я понимаю, насколько я помню, модель 440 это довольно-таки неплохая модель. Вот, довольно-таки довольно-таки хороший, серьезный компьютер. Поэтому да, тоже будем проверять. У него стоит уже здесь SSD-шка. Здесь нету жесткого диска. Ну, в смысле, жесткий диск не HDD, а SSD. Вот. Зашибись, зашибись. Будем проверять, будем смотреть. Еще у нас один есть такой же. И у нас... Хоп. А, ну вот здесь вот, в принципе, он тоже Т440. Вот здесь уже можно прочитать. Стоит Windows 7 Professional. И у нас стоит Inside Core i5 V Pro. Вот, ну что, в принципе, тоже неплохо. Неплохо. Организовать к ним, к обоим, короче, эти блоки питания. Они у меня, кстати, есть на работе. Я их точно знаю, что я их там беззорговал. Ну, то есть, как это по-русски сказать? Организовал. Спрятал. У меня там ящики лежат. Вот, поэтому два ноутбука вот таких вот, ну, точно хороших на продажу по-любому. Вот. Есть еще один вот такой вот, но этот, конечно же, он уже, скажем так, он уже устаревший. И Lenovo T60, естественно, что кроме как на запчасти, его уже, вернее, не на запчасти, а даже на афинаж, его уже никуда, короче, не определишь. Не определишь. Все уже с этим ноутбуком решено. Разберем на эти самые, на афинаж. Сейчас я вам покажу еще кое-что. Так, у нас есть вот такая вещь найдена. Смотрите. The World. Хоп-хоп, открываем. И что мы видим? Раз. А видим мы здесь вот такую вот машинку. А машинка у нас... Значит, с двумя вот такими вот головками. Головки для сверла и головка для молотка. Сверло, кстати, тоже одно есть. Вот так вот. Ух ты. Это у нас что? Это у нас молоток включен, смотрите. Рабочий. Рабочий. А давайте включим сверло и молоток, посмотрим. Ну, как бы тоже что-то... Да, нет, давайте сверло. Да, он работает. А как же у нас тут... Угу. А как у нас одевается это все? А, наверное, как-то нажимается. Угу. Так, раз. Так, раз. Раз и... Короче, что-то я не врубаюсь пока. Пока что-то я не врубаюсь. Ну, как-то должно оно одеваться. Ладно. Ну, тем не менее, сама машина, смотрите, рабочая. То есть, это DeWalt, это хорошая машина. Ладно, мы пока вот так вот все это назад положим. Потом я буду разбираться. Мне кажется, что здесь, вот здесь, вот должны быть шарики какие-то. И оно вот так должно одеваться на них. Вот, у нас похожая машина есть на работе. Я сниму головку и посмотрю, сравню, что здесь должно быть еще. В общем, как-то так. Ну, тем не менее, машина хорошая, на это самое, на барахолку хорошо уйдет. Прям замечательно. Вот, не дешевая штучка. Это очень хорошо. Ну и в принципе, наверное, уже сегодня все, ребятки. Думаю, что я вам все показал. Вот. Мы сегодня все по-быстрому, без всяких там проверок, без включений особых и так далее. Поэтому не обессудьте, что особо ничего мы не проверили. Вот. Но показал, что нашел. Надеюсь, вам все равно понравилось. Что хочу сказать. Всем вам удачи. И до следующего ролика.
и хорошего дня.